Всем привет! Вы на канале Device. В этом видео я расскажу вам о видеокарте Gigabyte Radeon RX 6700 XT Eagle 12G. Узнать ее актуальную стоимость вы сможете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Что вы думаете об этой видеокарте? Буду очень признателен, если вы поддержите наш труд лайком и комментарием. А чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Впереди много интересного. Погнали! Gigabyte Radeon RX 6700 XT Eagle – это высокопроизводительная геймерская видеокарта среднего класса с крупногабаритной, но высокоэффективной системой охлаждения WindForce 3X. Отличается небольшим заводским разгоном GPU, высококачественной элементной базой и полноценной поддержкой фирменной системы управления подсветкой Gigabyte RGB Fusion 2.0. Основой этой модели стал графический процессор AMD Navi 22, являющийся носителем передовой микроархитектуры AMD RDNA 2 и изготовленный по техпроцессу 7 нанометров. Внушительный массив быстродействующей графической памяти GDDR6 12 ГБ с шиной 192 бита позволяет видеокарте Gigabyte Radeon использовать фотореалистичные HD-текстуры самого высокого разрешения. Мощный графический процессор, аппаратно поддерживающий API DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 и Vulkan, обеспечивает впечатляющий уровень производительности, демонстрируя на 15-30% более высокий фреймрейт, чем предшествующая модель Radeon 5700 XT. Уверенно конкурирует с NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, гарантирует стабильно высокую частоту смены кадров в любых популярных игровых проектах в Full HD и Quad HD разрешении при максимальных либо высоких настройках графики. Оборудована 4 интерфейсными портами, обеспечивающими поддержку VR-гарнитур и вывод видео в режиме 4K 120 Гц, надежность и экстремальный оверклокинг. Дизайн подсистемы питания на базе силовых КМОП RDS(ON) транзисторов с пониженным сопротивлением при переключении предусматривает сбалансированную нагрузку на каждый транзистор, позволяет ключевым компонентам в составе VRM-модуля функционировать в комфортном температурном режиме. Сертифицированные в рамках программы Ultra Durable высококачественные дроссели и конденсаторы обеспечивают превосходную производительность видеоподсистемы и увеличивают срок службы изделия. Модель выполнена в стильном дизайне, сочетающем в себе высококачественные материалы, строгие линии корпуса и многоцветную подсветку, которая с легкостью разнообразит внешний вид вашей компьютерной сборки и добавит ей ярких красок. WindForce 3X – система охлаждения. Система охлаждения WindForce 3X представлена фирменным радиатором, 3 композитными медными тепловыми трубками прямого контакта с графическим процессором, 3 80-мм вентиляторами с уникальным профилем лопастей крыльчатки, а также фирменными функциями Alternate Spinning, 3D Active Fan и Screen Cooling, которые все вместе обеспечивают эффективное охлаждение ключевых компонентов графической платы. Альтернативное вращение вентиляторов. Уникальная технология Alternate Spinning позволяет значительно снизить негативный эффект от турбулентности и существенно нарастить давление воздушного потока. Распределенный воздушный поток. Инженеры Gigabyte предложили схему, согласно которой вращение двух соседних вентиляторов происходит в противоположном направлении. Направление воздушного потока между ними совпадает, снижая турбулентность и возрастает давление охлаждающих воздушных масс. Уникальный дизайн лопастей вентиляторов. Воздушный поток рассекается лопастями крыльчатки особого профиля с оребрением и нагнетается в нужную зону. Смазка графен нано. Нано-смазка на основе графена помогает продлить срок службы вентилятора в 2,1 раза, что соответствует сроку службы двойного подшипника качения. Кроме того, такой вентилятор работает тише. Распределение потоков. Удлиненный конструктив радиатора позволяет пропускать воздушный поток, обеспечивая отвод тепла наилучшим образом. Тепловые трубки прямого контакта. Особая форма тепловых трубок из чистой меди позволяет увеличить площадь прямого контакта с графическим процессором. Кроме того, тепловые трубки контактируют через металлическую пластину с зоной видео ОЗУ, обеспечивая надлежащее охлаждение микросхем видеопамяти. Защитная металлическая пластина на тыльной стороне печатной платы. Тыльная поверхность печатной платы накрыта металлической пластиной, которая надежно защищает конструктив в целом
и распаянные на плате компоненты в частности от повреждений, например, в случае падения изделия, а также помогает минимизировать нагрузки на изгиб и кручение. Radeon RX 6700 XT Eagle отличается повышенными требованиями к системному блоку питания, мощность не менее 650 Вт. Radeon Software разработана для того, чтобы предоставить удобный, современный и простой в использовании интерфейс для быстрого доступа к новейшим программным функциям, игровой статистике, отчетам о производительности, обновлениям драйверов и многому другому через единое удобно расположенное меню. RGB Fusion 2.0, настраиваемые параметры цветовой схемы 16,7 миллионов цветовых оттенков, многочисленные световые эффекты и возможность синхронизировать подсветку изделия с другими устройствами семейства Aorus. Aorus Engine. Благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу легко контролировать в реальном времени тактовую частоту, напряжение, режим работы вентилятора и энергопотребление системы. Судя по отзывам в интернете, реальным покупателям в этой модели не нравятся следующие особенности. Цена. Не андервольтится. Софт от Gigabyte. Плохая техподдержка. А вот что пользователям понравилось в этой видеокарте. Тихая. Внешний вид. Производительность в 2К. Охлаждение. Качественная сборка. Настраиваемая подсветка. 12 гигабайт памяти. Друзья, большое спасибо вам за просмотр, надеюсь, это видео получилось полезным. Пишите в комментах, что думаете по поводу этой видеокарты, а может вы уже являетесь владельцем данной карты, тогда приглашаю оставить отзыв на нее. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы сможете найти в описании к этому видео. Также буду благодарен за лайк и подписку, а если не хотите пропустить следующий обзор, кликайте на колокольчик. Всем пока!